Начинается сборочка баньки морж. Где он, каркас? Вон каркас лежит, вон. Вот мы на природе. Приехали проводить первые испытания данной бани. К ней вот такая вот печь. Мабибовская. Медиана. Говорят, очень хорошая. Ну вот и банька собрана. Вот такая. На все про все 10 минут ушло. Вот. Печка медиана. Первый дымок из новенькой баньки. Можно заглянуть внутрь и посмотреть, да, как происходит вот так. Мишаня, блядь, кабан вообще, я ебал, блядь. Хуй, медведь, ебаный рот. Такой брено нахуй тащит. Мишка, блядь, кору собрал. Где поляну будем ставить? Поляну вот здесь поставим и все. Вот здесь прямо все. Вот, блядь, вот такой вот стол нахуй ребята соорудили. Охуительная. Вон Мишка стулья даже нашел где-то там в кустах, блядь, такие. Кстати, вот. Кстати, говоришь, стулья надо, да? Охуенно вообще. Не, ну подожди, они гости, же, блядь, обрезанные, блядь. Же, блядь, канистры, точнее. Ну вот Мишанька уже обмывает. Значит, баньку, так, есть. Смотрите, ребята, вот баня. Вот мангал. Среди камеры вот стол. Пока еще не накрытый. Делаем так. Это коньяк. Злой, блядь, этот коньяк. Все, можешь выключить. Охуительно. Идет процесс, блядь, насаживания люля-кебаб. Да, Мишань? А это моя шапка. Люля-кебаб. Царь нахуй. Царь, ну, блядь. Это как-то... Неэстетично, блядь. Блядь. Нахуй. Царь нахуй. Все. Шапочка. Такая вот. Царская. Ебучий клоп попался, а что ли? Гандон, блядь. Воняет, блядь, да? А мы думали, коньяк я пью, да? Оказывается, клоп, падла, блядь, попал нахуй. Гандон, блядь. Какая красота. А запах? Ой, блин. Как хорошо горит даже береста, блин. А вы говорите, ножовки нету. Бомба. А Сань, а ты говоришь, ножовки нету. А, да все есть, блядь. Говорится, все есть. Ну, смотри. Охуительно. Снимай. О, у нас тут вот банюлька. Протри окно-то, пожалуйста, там тебя не видно. Мишай. Протри окно. Вот. О, блядь, красота какая. Вот, пожалуйста, вот у нас Мишаня. Веничками. Сам себя бьет, блин, говорит, блин, я Кинг-Конг. Я, говорит, Кинг-Конг. Видишь, растяжку, если мы здесь сделаем, то будет шире. Я там, тебе и говорю, вот, вот да, эти да, растяжечки. Да, сделаем, будет шире. Ну так, не особо видно, но... Нормально. Покажи лицо хоть. Что показать? Лицо хоть покажи, тезка. Здрасте. Ой, какой ты страшный. О. Температура до 100 градусов доходит. Я думаю, там поболее. Ну-ка, я как-то занырну. Давай, подержу. Вниз там, смотри. Опа. Тут подавать пора. Вот он, Мишаня у нас. Получает сейчас. Сейчас Сань получит. А, не, пока не надо, Мишанька, пока не надо, блин. Ну а как делать? Тут как? Надо подать сейчас, сначала. Сейчас, подожди, сейчас. Пусть нагреется немножко, чтобы вода. А ты ведро не... Ой, ту кошек я взял. Блин, Сань, вон это вылезло. Чего? А, да это хуйня. Вот, давай. Смотри, нет, какие, ну, смотри, какие прикольные цвета на трубе появляются, когда по ней водой водишь. Когда она раскалена. О, камера нагрелась у меня. Ничего страшного. Идет видюшка. Вот сейчас будем. О, давай, наклонись. Вот, пошел. Давай. Пошли рыжие евреи у нас.
ебать нахуй. Камера потеет, но ничего страшного. Ой, блядь, охуеть. Это пиздец. Жара мало, жара мало. А сейчас будет нормально, мы потушили немного, сейчас он на быстро не берет. Попер. Делаем еще. Я же дров попил, Миша, да? Я попил. То, не дров, а брикетов. Точнее. 100 секунд, да, я отойду в сторону. Оп, продолжаем. Видеосъемку. О, блядь. Мишань, давай тебя теперь. Это вот в походном варианте. Ой, блядь, все, нахуй. Дровишек мало. Жара мало, жара мало. Я не пропотел даже. Я не пропотел. Вот, что вот у нас. Хватит, нормально. О, блядь. А вот и жар пошел. Охуенно. Все, пиздец. А. Теперь моя женщина скажет мне, что ты за маньяк сексуальный. Маньяк почему? Сексуальный. Да. Почему нет, тебя надо, жарить? Чтобы разгорелось. Сейчас же, да, чтобы разгорелось. Сейчас пока подавать не будем. Не-не-не. Чтобы все загреется. Теперь давай, пожалуйста, меня выпустим. Выходите, сэр. Выходите. А как это сделать? Вот так. Как? Как крот. Так под низом. Там кроты охуели уже, ебать, раз. Знаешь, что задебило там, сука, нарушает наш покой, блядь. Не, вот предбанник надо, Сань. Ребята, а? Вообще охуенно. Вип нахуй, да, Миш? О, блин, здесь прохладно. Все, Мишаня охуевает, короче. Здесь осенний прохладный дождь, ребята. Да? Это вот, же вот, сказочка. Смотрите на меня. Я вот так под ним стою, смотрите, от меня пар идет. Давай, снимай, блядь. Да, я что делаю? Слышь, что-то у тебя пар идет, у тебя сзади дым идет, елки-палки. Господи, ты пока насаживай, сейчас мы... Я был призван спасти... Угли уйду! Да от погибели вас, а теперь... Да хрена. Я не дееспособен... Я думал, по шупуру съедим уже и хватит нам, да? И мой иконостас... Все теперь, пидорасы... Не придет вам мессия... Запылала Госдума... И Кремль, страна, да и нахуй нужна! Там такая Россия, где одних олигархов, как Сабани и говно! А зря гитару не взял, а? Ну так сейчас. Я просто Алик сказал. Продолжение следует, только уже в следующий раз. Будет следующая серия.